Раз-раз, микрофончик. Раз-раз. Раз-раз. Всем здорово. Снова здорово. Вас снова приветствует группа Фери-Фери. Здорово всем. Ну-ка, Константин, произнеси правильно наше название. Фера-Фея. Фун, тебе это не правильно. Так и я могу сказать. Надо как-то... Ах, у нас тут поход Грымз провода где-то перегрызает. Что-то у нас все мигнуло. Да, включила лампу. Оп. Что-то она слишком яркая. Все настройки, походу, дело сбились. Это загар с канаров, блин, понимаешь, я там финики собирал, блин, на пальме. Или что там на пальме растет-то, ядрить? Я загорел, да это ссаный этот, не знаю, что нам, перегрызал кто-то провода, все выключилось, а включилось, и все стало не так. Не так. Это все вот, кто провода перегрызал. Погода виновата. Да, кстати, я когда сюда ехал, я попал в бурю. Так что, видишь, сдувает нас. Ну ни хера, мы так не сдадимся, блин. У вас пьет опять, да? Ну, кодируйте. Опять пьет гараж? Ну что такое? Ну что вы такое делаете, фишка? Надо быть спортсменами. ГТО, блин. ГТО, блин. ГТО! Что ты вот пьешь и пьешь? Что ты нас так расстраиваешь? Натаха, блин! Мы думали, ты спортсменка. Ты почти у каждого, очень многих инструментов свои ключи. Но вот у меня две палки. Это значит, кто-то беременный. А если одна полоска, что, близнецы? Нет, одна полоска — это разделение тактов. Слушай, какой ты специалист, а? Одна полоска, значит, ты не беременная. Залетал, что ли, уже? Нет, одна полоска, значит, ты не беременная. Ты так этим озабочен, вот реально. Истошен. Просто у меня другая педаль сегодня, мне никак непривычно с ней. Да, да. Да. Чешет, причесывает. Педаль у него. Во, тогда давай. Во, все, вылечился, произошло чудо. Чернобыль ушел. Теперь у тебя лоб желтый. Да, Лехе нельзя подходить. Он когда подходит близко к камере, он начинает рябить полоски вот эти. Полоски вот эти, все меня, все возбуждается вокруг, когда я начинаю подходить. Это нормально. Это так задумано. Это тест на беременность, да. Если желтый, значит беременный. Да не, круто, да конечно круто, все мимо, а этот ползает там за палками, я играю вообще какую-то херню, не терпи, вообще круто, вообще сыграли. Не, ну в 30-60 пикселей, я думаю, сойдет, принц, кстати, даже и хорошо, принц, нам нужно говорить, вот эту вещь лучше смотреть в 240 пикселей. Там... Рекомендации давай. Да, рекомендации каждой вещи. Чтобы вот это вот. Чтобы вам эта песня понравится в режиме... В двух пикселях. В двух пикселях. Да. Если что, у вас лагает все, и поэтому это не наше, это, так сказать. Да. Да, однозначно. Мы подсовываем другое видео. У тех, кого Full HD, там одно видео. У кого 360, другое видео. Все продумано. Да, Константин? Голова. Что-то как-то оно прям, я даже не ожидал. Я причем играю, вроде руки правильно, а что ты? Арпеджи не те. Так ты же сам говоришь, вот так играешь. Ну это понятно. Бывает, понимаешь, сползают. Что у нас сегодня все? Да, ребятки, спасибо всем, кто как был с нами. Всех рады видеть.